Привет, ребят. О, здорово, знакомый голос. О, это я, да. Меня уже узнают. Я немножко знаменитость. Да. Я даже сервер добавил в избранные, чтобы заходить и радовать тебя своим голосом. Не-не, пускай говорит, чё ты? Тебе не нравится его голос? Я сам люблю свой голос. У меня все звуки выключены, чтобы не мешали. Тем более. Чтоб не мешали слушать мой голос. Даже звук в контре выключу, а то отвлекает. Ну что, мне сегодня кто-нибудь ответит на вопрос, как купить гранатомет? Значит, смотри, перезапускаешь компьютер, да? Так, я ручку листик взял. Начинай. Не, я долго это... Не-не-не, все делай, как я говорю. Все делай, как я говорю. Давай, значит, я смотри, ручку листик взял, компьютер. Я буду записывать. Нет, иначе не получится, смотри. У меня вообще никак не получится. Ну, тогда, да, тогда придется тебе без гранатомета жить. Я смотрю, тут все нормально живут без гранатомета. А как сесть в броневик? А то я видел, на некоторых картах есть броневики. Так, значит, зажимаешь клавишу Windows, да? Да, зажал. Зажимаешь клавишу R. Так. И нажимаешь сесть в броневик. Пишешь там русскими буквами сесть в броневик. Нажимаешь Enter. Нажал, да? Да-да-да, сесть в броневик. Там, может быть, нужно пропись в консоль, там SV сесть в броневик один. Да-да-да, но это позже. Сейчас я читы пропишу, подожди. Все нормально, погнали. Ох, тебе повезло. Да я знаю. У тебя пули самонаводящиеся просто были. Ребята, как включить микрофон? А, ну, я сам тоже не знаю, как его включить, не знаю вообще. У кого не спрашивал, тоже не знает никто. Я вообще не знаю, хочу говорить в микрофон, но не знаю, как его включить. Сразу в голову стрелять, без разговоров. Задроты какие-то вообще играют. Ну, нужно сначала поговорить. Все время играют, блядь. А то они сначала стреляют, а потом вопросы задают. Надо же сначала узнать, может, это нормальный гражданский. Ну, только вооруженный немножко. Чуть-чуть так. Чуть-чуть вооружен. Я даже комментировать это не буду. Сюрприз, Фамас.
Надо немножко показать старенькое АВП. Ну что, наблюдаешь за мной? Наблюдай. Все, я присел. Ну ладно, в следующем раунде все будет. Я просто люблю, когда за мной наблюдают. Чувствую себя знаменитостью. Блять, ну почему? 3 minutes remaining. Мне кажется, сейчас поставят бомбу. А Б, Б! Ребята, он на Б! На Б сидит, АФК! Я там, я на Б, нету никого тут. Видишь, никого нету на Б. Все идет. Куда придет он АФК? Может, он в ящик идет, залез, уже не АФК, уже он... Вот ставит бомбу, Плент ставит. Мне кажется, он в ящике сидит, а? Смотри, какой большой ящик. Может, даже их там двое. Он уже под землей. Че, вот там прямо? Да, вот там. Тут. Тут там он. Убьем его. Блин, я тебе помогал, приятель. Как мог, помогал. Я не убирался. Мне кажется, там стреляют. Это просто кажется. У меня бывают иногда звуковые галлюцинации. А еще экран иногда белеет. Говорят, это провод уходит от монитора. Не, это потому что ты читер. Это из-за читов. Вот это точно. Yeah, let's go. У моих людей экран не белеет, а вот у тебя белеет, вот так что ты читер. Сейчас как-то не отошел. Обычно вот такую гранату кидают и все, и сразу экран белый. Провод отходит сразу. Какая-то граната такая читерская, ломает систему. Это нормально, что мы вдвоем на ДЛ. Не настроил вообще-то. Да? Ну ладно, я уже убежать успел. Мне кажется, они еще сюда. Печалька, я даже попасть не могу. А где третий? Бомба стоит, подожди, не мешай мне. Ты помешал мне заминировать бомбу. Добавляйся в друзья, видюшку на ютубе получишь. Все, я пошел дальше по другим серверам. Добавляйтесь в друзья, получите ссылочку на ютуб.